Сегодня у меня отправка кораллов в Иркутск. Здесь есть заантусы, мягкие кораллы, циркофитончик, жесткие кораллы. В общем, до Иркутска все поедет. Получил я посылочку от Виктора. Вот смотрите, какое состояние пришло. Это стилофора Милка. Такой красивый фиолетовый коральчик был когда-то. А теперь просто косточка. Вода такая прохладная. Здесь разных цветов сериотопора календрум. Тоже одни косточки остались. Кальциевый скелет. Дальше тут зонтик. Зонтик тоже скукожился. Непонятно даже, что это. Выживет, не выживет, не знаю. Здесь листовые мантипоры. Тоже несколько цветов. И тоже просто кость. Видно ошметки в воде. Само тельце. Все в воде растворилось, погибло. А все из-за того, что по дороге с Новосибирска в Иркутск, где-то в Тулуне, как мне сказали, перепутали то ли что там, и коробку мою отправили на Братск. Это саркофитон. И там заантусы тоже все поскукожились. Ну, из-за того, что отправили на Братск, получается, по времени... Время доставки увеличилось на целые практически сутки. Как бы я на это не рассчитывал. Двое суток в порядке приходят кораллы. Не первый раз отправляю. Ну и опять же, скорее всего, я думаю, что все-таки кораллы погибли из-за того, что вода была прохладная. Мне пообещали положить коробку к водителю в салон. Но, видимо, в этот раз водитель просто забил. Ну вот практически на 80%. Кораллы все мертвые. Остались одни рожки да ножки. Скелетики. С мягкотой еще непонятно. А вот циркофитон тоже в плачевном состоянии. Зонтики. Вот видно, что один зонтик. Вот этот растворяется. Так, здесь тоже вот зонтик сидит. Непонятно. Так, здесь получается дискоактинии. Тоже сжались. И вот здесь зонтики. Тоже видно, что растворяются. Ну, неизвестно пока, может кто-то и выживет. Потихонечку их перевожу. Температура была 15 градусов, но это, скорее всего, она еще водичка нагрелась, когда у них в офисе стояла. Думаю, когда везли, там градусов 10 было. Милки, походу, тоже капец. Так, ну здесь зонтики вроде что-то открывается. Зонтики, возможно, выжили. Так, это дискоактиния. Это еще одна скукоженная. Эти зонтики пока сидят. Саркофитон тоже без признаков.
Здесь какое-то пятно у него, походу. Как будто гнить начал. Такие вот дела. Сделал раствор бетадина. На минут 5 покупаю их. Вот такой слабенький раствор сделал. Вообще он оживляет зонтики. Ну и после него вот отмершие ткани, если какие-то есть, они отваливаются. Ну и зонтики он бодрит, если они, конечно, живые. Ну и плюс обеззараживает. Приостанавливает гниение. Сейчас 5 минут покупаю их и потом уже в аквариум куда-нибудь закину. Пусть очухиваются. Вот так я выживших отложил. Ну как выживших? Вот этих с надеждой. Но они крякнутые точно. Милка тоже. Жесткие, короче, все трупики. Вот саркофитон. Непонятно с ним, что творится пока. То ли он сгнивает, то ли что. Так, здесь, так. Ну вот вроде этот открылся. Дальше. Вот этим тоже хреново. Что-то вроде... Ну они, в принципе, так и были открытые. Возможно, тоже уже готовые, не знаю пока. Так, это трупик. Так, вот эти зонтики тоже, видишь, какие. Ну, вроде что-то открывается. Реснички видно. Может и восстановится. Так, и вот дискосома. Зеленая. И где-то, а вот здесь красная. Или какая. Вторую такую отправил красную. Тоже непонятно, какой-то комочек. Короче, кишки выпустила. Ну вот, как-то так. Итак, что по итогу? Саркофитон тоже разваливается. Видимо, все, он труп. Остались более-менее живые зантусы. Ну и по поводу, что я хотел сказать по отправке. Если вы отправляете каким-то бла-бла-каром там или с проводниками на поезде, то где гарантии вообще никакой вам нету, что... Доедет, не доедет. Если, как я, да, в такой ситуации вы отправляетесь в транспортную компанию, то обязательно указывайте, что коробку поставить в кабину с водителем. И обязательно перед отправкой нужно кораллы снять на видео, что вы отправляете, что они живые. Или также просите отправителя для вас снять видео вот это, для подстраховки это все. Если будет такая ситуация, как у меня, то это видео вам поможет очень при выплате ущерба. Я написал претензию, объяснил ситуацию, да, что кораллы задержались на сутки, вода была холодная. То есть все это в совокупности привело к смерти. Ну, грубо говоря, 95% кораллов погибло. На что транспортная компания мне предложила выплату 10 тысяч рублей. 20 тысяч рублей мы насчитали ущерб. Они готовы выплатить 50%. Ну, хоть что-то, да?